Сначала. Давайте по трассе. Смотрите. По трассе ничего сложного. Все проезжабельно. Бревна все простые, ничего высокого нет, нигде не сядете. Старт будет массовый. Все одновременно стартуют с этой площадки. Сейчас атлеты все мотоциклы выстроим. Ёбать. Там дальше все по разметке понятно. На подъезде к лесу должны уже немного подрастянуться, поэтому пробок не должно быть, я думаю. По лесу все просто, единственное место, где может питбайкеры немного пострадают, там одна небольшая горка, она вся в колее, но если что там, а что, питбайки вдвоем есть, объединитесь, друг друга затащите. Она прям реально совсем маленькая, только по грязи было тяжело. Дальше из леса выезжаете к речке, там по полю, там тоже все в разметке, если будете друг друга обгонять, где Марчук? Осторожнее, будьте готовьте, что где-то могут быть муравейники, можно выхватить поджопник. Поэтому на круг меня не обгоняй, понял? Если догонишь сзади, едь. Впереди тут. Потом спрыжечка небольшая. Заезжайте во второй лес. Тут тоже все просто будет. Немножко, может быть, скользко дальше. Лес. Дальше выезжайте на поле, на кроссовый участок. Кроссовый участок, все трамплины объезжаем. Все только по оврагам. Нигде не прыгать, ничего не придется. Все безопасненько. Виталий тоже нельзя прыгать? После кроссового участка здесь уже в конце, здесь сейчас послушайте внимательно, вот эти вот бревна. Кому-то может быть будет страшно, кто-то не захочет, кто-то хочет побезопаснее, эти бревна можно будет объехать слева. Прям сразу, когда к ним вплотную подъезжайте, влево будет объезд. Там будет попроще и на пятах, и вообще, в принципе, кто падать не хочет. После этих бревен все, уже здесь финиш, здесь вас запишут, посчитают, и вы также после вот этого последнего бревна уезжаете на следующий круг. По трассе, я думаю, все понятно. По безопасности. Пацанва, мы тут не на деньги рубимся, поэтому попрошу всех поаккуратнее на поворотах. Если вас обгоняют круговые, погазовали, покричали, пропустите, пожалуйста, потому что реально на муравейниках можно нормально поджопник отхватить. Ну и так, в принципе, если кто-то где-то разложился, по возможности остановитесь, спросите, жив ли он и все ли у него хорошо. Вопросы? Даже если там кто-то где-то застрял на этом кругу, то бы сказали, пойдем. Если кто-то, да, если кого-то где-то положили, кто-то где-то пострадал, здесь притормозите, сообщите, как-нибудь эвакуируем. Окей. Да, и не говорите, что вы нас знаете, блядь. Номер телефона, если что, в телеге мой есть. Если что, звоните, пишите, попробую спасти. Сколько кругов? Сейчас. Сколько успеешь? Ты что, мод не продал еще? Нет. Блядь, цена подарок, никто не берет, да? Охуели, что некоторые чуваки. Я свой скинул по цене, у меня, блядь, мой никто не берет. Да сейчас тухляк вообще галимый очень. Говори давай! Пацанва! Гоночка у нас бесплатная, блин, а но все-таки мы немножко здесь потратились, и по желанию после гонки, если у кого есть возможность и не жалко... Давай сразу, чтобы я не забыл. ...или на номер карты. На развитие трассы мы закажем трактор и сделаем новые трамплины. Ну потом, пацаны, потом! Давай, блядь, не забыл, вот, 500 рублей. О! Давайте, короче, чтобы не мерзнуть, выстраиваем мотоциклы. Вот где вот эта ленточка натянута. И поехали. Жопой сюда, морды напрямик. Сейчас будет массовый, все на заведенных. О, это хорошо. Извините, что я так нагло, с такой коробкой. Нормально, все, мы ее наполним чуть побольше. Выставим мотоциклы. Можете с итальяном, короче, газуйте за красный. Как мотоциклы? Виталий, ну ты сегодня должен первый приехать. Нас Марчука нету. По-любому должен. Че, дурак что ли? Посмотри на свои. Я сюда вам потратил, смотри сколько уже, полбака. Я тебе сейчас залил, у меня полбака. О, отлично. Слушай, что ты наших-то никого, блядь, ебать, что? Будем с тобой отстаивать честь нашей деревни, блядь. Заебем кого-нибудь. Да я-то, блядь, не хотя бы доехать, ебать. Здесь некого. Горят, здесь ну, мой класс питбайки, ебать. Ну, здесь вон. Виталя будет пиздошки, он прям здесь, знаешь, как быстро едет. Да он, блядь, потому что купил себе двухтактный мотоцикл и начинает. Блядь. Еще и резину себе читерскую поставил. А я тоже. О, кайфанул? Приехали, первый. Колени болят, пиздец.
Yeah.
опять проебался с разметкой, ну пиздец. Yeah.
еще едет кто-то? Давай, 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 давай. Поехали обратно. Давай. Подвеску рожал, блядь. Легче стало ехать. Выбивало прям. Прокладывать хотя бы еще. Блин, ёп. Mm-hmm.
взял подвеску, блядь, и все заработало. И это вот эти вот неровности мелкие даже как бы не ощущаю. До этого отбой был зажат на 8 щелчков. Вот. А вверх сжатие, да? Что там? Пиздец было. А где он делся? Я бы все, потому что мне...